Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Мы остановились как раз на этом месте. Остановились абсолютно просто внезапно. Осталось немножечко, и мы скоро придем. Сейчас же у нас будет босс. Ах, не очень приятно. Потом мы сделаем так. Чтобы оружие не ломать. Если вот так. Хоть нужно их убить, но при этом постараться оружие не вредить. Потому что реально нужно сейчас будет драться с боссом. Хотя там босс, он не самый такой страшный. Я вообще так вспомнил вообще про него. Там, по-моему, алчный демон будет. Ух ты, красавец. Ладно, ты сам напросился. Я впал в ярость. Так, самоцвет жизни. Давайте мы используем самоцветы. Потихонечку они собираются, это хорошо. И еще один тогда же за компанию. Опа. Ха, подозрительная лужа, вам не кажется? Блин, дайте мне другое, вот так. А, нет, смотрите, я думал, что это мимик. Это самая ерундовая ловушка, слишком детская. Ух ты, мы нашли факел. Осторожно, ловушка. Спасибо, но я уже понял это. Я даже не понял, я уже активировал ее. В принципе, этот босс, я не сказал бы, что он какой-то сложный. В принципе, нет. Нам бы вместо этого ХП себе добавить хотя бы 40. Потому что он будет много крутиться и вертеться. Блин, я не смог, да, поставить? Да, не смог. Let's go, let's go, let's go. Я его всегда проходил с одного раза, то есть ни разу еще не погибал. В этом дамаг, видите? Осторожно, осторожно. Нужно самое главное заставьте, чтобы он крутился, и все, это будет залог победы. Крутись, крутись, давай, во. Ох ты, блин, а, мой косяк мой. Мой косячок, да, согласен. Что же он не травится? Он, скорее всего, не будет травиться у нас. О, покрутилось, покрутилось. Лучше бить один раз. Да ты все, сдох. Ну, вы видите, это вообще было изи. Я даже не напрягся. Даже мускула ни одна не напряглась. А трава, заметьте, не работает. Это вот будет вам уроком. Он не травился ни разу. Кстати, эти фигнюшки можно сбивать, смотрите, прикол. Там, где у нас крутой лук, офигенный морской лук, мне он очень нравится. Можно тоже делать апгрейд на легкость, чтобы у него показатель увеличился. А, хотя смысла нету. Мы же будем в силу собираться, скорее всего, по новой раскачке. Все, поехали, быстренько делаем так, так. Ну, блин. Я запутался, во. Смотрите, прикол. Здравствуйте. Видите, они нас не бьют. Не знаю, зачем так сделали. Потому что, говорят, они были в горшке, мы спасли людей, все. Так это у него татуировки, оказывается. Я никогда раньше их замечал, прикиньте, это татуировки. Ха. Ладно, все, бежим дальше. Вот наша новая локация. Давайте мне костерчик. О, какие люди в Голливуде! Что ты хочешь? Ой. Кольцо стальной защиты. Смотрите, помните, я вам говорил про сюжетную линию? Это еще не все, только начало. Это мелочь.
иначе он будет свою историю рассказывать. А, все. Хорошо. Так, давайте отрегенимся и пойдем дальше. Эта локация тоже довольно интересная. Есть множество секреток. Здесь также есть NPC. Ну, НПК, NPC, который нам нужен будет в дальнейшем. Он потом перейдет. Мы... Так. Здесь ничего у нас нету. Как всегда, обманка, за которую ставят лайки. Не знаю на что. Сейчас здесь будут у нас уже враги. Прямо сейчас. Вот они. Я промахнулся. Такого не может быть. Это невозможно, господа. Я промахнулся. Я все время думал, если мы поднимем эту фигню, ее можно сломать. Но почему-то не получается. Может, я неправильными стрелами стрелял? Давайте попробуем еще раз. А, получилось. Так она пустая. Короче, бред. Суть в том, что там по логике, да? Блин. Да я не могу, видите, замедление какое-то. А, ой, как больно, это уже не шутки, это уже не смешно. Кстати, я колечко так и не починил, это плохо, что я хожу это, без кольца. Давайте сейчас я быстренько починю. Да, надо чинить, не, надо чинить в любом случае. Чтобы ничего не бояться. И чтобы не прокакать наши души, 40 тысяч. Давайте я даже перемотаю. Так, все, это было мгновение, починил я кольцо. И еще раз сейчас мы сделаем быстренько то же самое. Ага. Ну, ох. А вот так сможешь? Не сможешь. Давай сейчас мы всех убьем здесь. Сделаем минус 5. Да что ж такое, какой же косой. А, молодец, правильно, отлично, прокосил. Так, все, что у нас здесь, осколок титанита? У него вообще, видите, ничего не выпадает, кроме осколков. Ни оружия, ничего. Кстати, вот самая бессмысленная стенка. Это не призрачная, это обычная стенка, да, ее невозможно открыть. Я не знаю, почему она здесь стоит. Вообще, ни разу ее никто не мог открыть, по-моему. Взрывать? Ну, я не знаю. Ну, давайте попробуем взорвать. Хотя, вряд ли это получится. Не, я вроде уже пробовал. Вообще, я говорю, бессмысленно абсолютно. Бред какой-то. Бежим, бежим, бежим. Сейчас будет засада у нас. Уа, уа, уа. Пока. Так, все, минусанули по фасту. Здесь сейчас будет прыжок, прыжок, удар, прыжок, сальтуха. Не добило. О, как больно-то. Посмотрите, ну что ж это такое? Да, кинет свою фигню, ясно. О, какие вообще жесткие, конечно, жесткие. Это големы, кстати, называются. Големы. Вредные. Опа. Идем, идем, идем. Там ничего интересного нет. Здесь мы выйти, по-моему, не можем. О. Угу. Так, что... А, да, да, да. Все, я упал. Кстати, вот эта фигня у них очень хорошо отравляет. Все, я сдох. Хорошо, берем оружие. Давай, открывай быстрее уже. Пика. Да заколебал ты меня уже. Все, больно-больно стреляют. Очень неприятно, но ничего страшного, переживем. Здесь еще, по идее, будут у нас два костра. Два. Минимум два. Все, пойдем сейчас сходим наверх. Потом мы опять туда сходим. Там будет спуск еще один. Этот с вами драться не будет. Он побежит закрывать вверху решетку, поэтому сразу его убиваете. Здесь мы делаем следующее. Чтобы легче было убивать босса, ну и вообще по сценарию, да, задумано. Нам нужно сжечь эту мельницу. Потому что, видите, она крутится, она вырабатывает яд, короче говоря.
Она вырабатывает яд. И когда мы придем к боссу, там будет это, вокруг нее везде яд налит. Нам будет очень сложно с ней драться. Поэтому мы сейчас сжигаем. Везде яд. Эта фигня сломается, яд больше не будет качаться. У нее, у босса будет мало яда. Вот еще один. У нас еще, по-моему, должен быть точно. Вот который мужик сейчас убегал, помните, я говорил, что он пойдет закрывать дверь? Он бы закрыл эту дверь, вам пришлось бы обходить. Ну ты мразь, а. Как же так поступаешь некрасиво? С главарем банды. Потом ломаем здесь, аккуратненько так жмем, 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 жмем. Все, больше не работает мельница. Так, здесь у нас простата. Теперь мы идем в другую сторону. Сейчас мы встретим человечка. Вот он. Shush, you idiot. Stay quiet. I'm on the run. Don't. You're a fugitive too, eh? Yeah. Wiles, it's got death. You want to climb down? I can lend you a lap, but why yep? Mind, have you no gratitude? I let you off. All right. It'll be just a moment. Еще будет феноменальный ролик, смотрите. Ха. То есть они не могли этого сделать на движке игры, конечно же, и решили сделать отдельным роликом. Вообще говоря, он дает нам лестницу, которая нам нафиг не нужна, да? Мы могли туда спрыгнуть, мы бы обратно оттуда не вылезли, только бы косточка возвращения. Но в первую очередь он нам сам нужен. Так, давайте спустимся. Опс. И опс. Здесь, по-моему, будет ключ Фароса. Да, это, в принципе, не такое уж сокровище, конечно же. У нас есть такая фигня. Да, и титанит. Интересно, зачем эту фигню сделали черную? А там ничего нету все равно. Само собой, если отсюда упасть, будет не очень приятно. Он сразу сдохнет, кстати. Казалось бы, что он может выжить. Ой, тихо, я чуть не упал. Он выжить может, да, но по замыслу игры, по движку, здесь он по-любому умрет в любом раскладе. Кто-то сдох, видели? Кто-то сдох, я не знаю где, кто-то сдох. Короче, он что нам интересного не скажет? Да, все, больше он ничего не скажет. Да, давай, давай, давай. А, кстати, уматный жест. Вот у него можно купить когти, тоже хорошие. Видишь, кстати, они бесконечные, это хорошо. Но я хочу все же нашу фигню собрать. Прочная дубина. Ничего здесь интересного нету, эффектов нету. Хотя не везде пишутся эффекты, не забывайте, не везде. Вот эта фигня офигенная. Хотя очень дорогая. А давайте мы купим ее две штуки, чтобы напасть на босса змею. Ну это фигня, она нужна тоже для сюжетки, но мы еще покупать не будем. Все, давай, сестричка, потом увидимся. Я пока не буду юзать костер. Нам еще нужно пойти сюда. Потому что надо найти лифт. По-моему, он здесь сейчас будет, лифт у нас. Зачем эта фигня, не пойму зачем. Что-то открывает. А, она лифт врубает. Ага. Во-первых, у нас наверху там плюшка есть. Мы подойдем и сейчас буду стрелять. Смотрите. А? Как вам, а? Страшно, да? Так, во-первых, мы это уберем. Мешает постоянно. Вот. Вот так. Что? Что? Ух ты, как хорошо, когда у тебя есть кольцо. Я бы сдох по-любому.
Не видали, какую наглую, а вы видели? Вообще обнаглевший. Кто позволил? Еще раз. Я в любом случае возьму. Сколько у него выстрелов? Давай, бери. Так, вот и щит я взял, да? Да, щит взял. Все, больше здесь ничего интересного нету. Поднимаемся сюда. Какие там злые. Какие злые, а? Ага, вот еще у нас плюшка. Да, здесь можно потом будет пройти. А можно по одному как-нибудь? Там, кстати, мужик сейчас будет. Дяденька. Дяденька. Дяденька, можно вас? Так, давай, подходи, братюня, давай, подеремся. О, видели? Чья-то душа. Скорее всего, кто-то провалился. Так, все, минусанули. Сейчас будет мужик. Все, мы его сейчас встречаем здесь последний раз. На самом деле там помойка полная, там никакого сокровища нету, полная фигня. Мы вот этим сейчас здесь, еще в одном месте встретим, и все, и потом они будут драться. Здесь мы дверь не откроем, она с другой стороны открывается, как я помню, да. Что же нам лайкнули? Враг впереди, забытая крепость. Что? Это было слишком давно, неправда. Так, я хотел бы сюда пройти. Она мне не нравится. Здесь есть что-нибудь? Так, хорошо. Ладно. О, 13 дротиков. Неплохо, неплохо. О, как больно, не могу, больно. Еще и травма сработала. Она без отравы сдохнет. Ага. Хорошо, допустим. Опа. Да ерунда, для нас это не помеха. У меня даже задело. Ключ, камень, фароса. Да, у меня этих камней. Интересная дверь, но, к сожалению, видите, она не открывается. Так, и там еще один желающий погибнуть у нас есть. О, здесь проход, да? А, мы отсюда пришли. Он упал. Кстати, заметьте, эта фигня тоже остановилась. Значит, нужно вниз, по идее, спуститься. То есть, раньше этот крюк работал. Раньше он работал, теперь он тоже наш останавливается, когда мы поджигаем фигню эту. Пах! Чё? Нифига он живучий, а. А здесь ничего не было, что ли? Думаю, здесь сундук. Ладно, неважно, делаем вот так вот. Чтобы время не тратить. Нам все равно бомбы эти нафиг не нужны. Все. Здесь мы все зачистили, идем дальше. Тут мы были, там мужик. Все, нам теперь идти в эту сторону. А, нет, не в эту. Хотя можно сделать вот так. Туда прыгать я не хочу, я потом буду туда прыгать. Так, подождите. Туда, потому что прыгать тяжело, да можно упасть. Большая тяжелая стрела души. Та самая дверь, помните? Секретка супер-пупер 3Х. Он нам ничего полезного не говорит, короче. Все, идем дальше. Здесь можно ниже спрыгнуть. Но мы ниже были. Так, все, пойдемте теперь сюда вот. Куда нам нужно? Нам нужно вот сюда вот. На один... Опять этот воздух. Смотрите, видите, да?
Кто-то подыхает, подыхает. Еще кто-то сдох. Туда мы не пойдем, потому что я сам могу сдохнуть. Мы пойдем сюда вот. Стоп, нет, не то место, ага. Да, нам нужно с другой стороны обойти. Как вариант, вот так. Кстати, она дохнет, видите, с трех дротиков. Как же я не люблю это место, вы бы знали, а. Как мне куда подыхать? Не, я не хочу туда идти, смысла нету, там все равно ничего нету. Там сундук только и все. Ну ладно, давайте я схожу. Если я погибну, буду перематывать. Мы сделаем так. Так, подождите, надо убрать эту фигню. Ну что ж, была не была. Не люблю. Так, поехали, братюня. Ох, почти, почти, молодец. И сальтуху, потом идем по низу. Я говорил, поэтому лучше не прыгайте, поверьте. Там дерьмо, оно не стоит его вообще, даже близко. Ну, ничего страшного, нам, в принципе, в любом случае нужно было идти вниз. Потому что мы пошли немного не туда, нам нужно идти, да, в боковую сторону. Нам нужно в ту сторону идти. Нам сейчас нужно идти наверх. Давайте оденем шмот быстренько. Так, 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 где мои тапки? Фига, у меня полно жизни. Понятно. Окей. О, сколько у вас много. Опа. Но они, конечно же, легче, чем эти секты тьмы, которых я убивал. Там они вообще такие быстрые. Сейчас мы пойдем немного... Ой, ой, косяк, косяк, косяк. Ой, косяк. Ой, как больно-то. Да, наступил на кнопочку, бывает. Сейчас пойдем в эту сторону. Там мы все сделали, мы сейчас пойдем сюда. Здесь засада у нас. Больше нет засады. В принципе, то, что мы погибнули... О, маска голема, это ерунда. Это даже хорошо, то есть мы сократили путь. То, что нам нужно идти именно с этой стороны, я помню. Так, подождите, мы пришли туда же, только с другой стороны пришли, получается. А, во, все, 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 вот сюда вот надо, вспомнил. Что было внизу? Куда ты пошел, идиот? А, ясно, ясно. Давай, давай, давай. Молодец. На ней показалось. Ладно, идем. Вот сюда нам надо. Здесь будет подъем. Наверх. Да, 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 вот сюда. Можно сделать таким вот образом. Блин, нужно будет заменить эту фигню на вот эту. А, нет, нормально. Угу. Вот так делаем, вот так и вот так. Ну и все. Таким способом мы их травим, они фидят. Оп-оп-оп. Больно, видимо. Так, все, бежит к нам убийца. О-о-о, это уже неприятно. Ах, все, отлично. Наручи хранителя могил. Но они ему больше не понадобятся. Еще справа есть у нас красота. Опа. Опа. С одного удара пойдет, бывало и получше. Кстати, если бы мы не сломали мельницу, здесь бы сейчас все это было заполнено ядом. Полностью все это. Но мы умные, мы все сделали как надо. Справа нужен будет камень Фореса. Слева там будет дух, по-моему. Да, смотрите.
О, как неприятно. Все, я ухожу, я ливаю. Опа! 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 Отходим. Стоп. По идее, я должен его убить. Так что все, подыхай давай. Дальше у нас преграда. Там везде отрава. Баба! Это нам не... Это для нас не проблема. Все нормально? Да, нормально. Пошлите. Аккуратненько, аккуратно. Потому что они сейчас будут все вонять одновременно. А, здесь камень. Да, говна кусок. Понятно. Здесь секретка такая средняя. Я вам скажу, что она делает. Кстати, здесь у нас еще интересный сундук. Очень интересный сундук. Сундук мимик. Я прям хорошо это помню. Гладкий камушек. Так, скушаем фигнюшку. Если мы сейчас... Если мы сейчас активируем его, да, здесь будет у нас вода. Эта вода, она будет повышать иммунитет к яду. То есть... Это делают, во-первых, для того, чтобы потом идти на босса и не бояться яда. Но я, наверное, этого делать не буду. Дари 100% мимик, я прям наизусть знаю. Ага. Заметьте, да, что в нем всегда темный сет. Всегда, потихонечку собирается. Я потом на него посмотрю, может быть, даже его потом когда-нибудь оденем. Почему бы и нет? Так, шлема не было. Была куртка, по-моему, темная. Или нет? А, значит, по идее, тогда перчатки сейчас я нашел. Вот они. Я, по-моему, продавал что-то. Я, наверное, куртку продал, да? Темный полнож. А может и нет? Неважно. Так, ну давайте прочекаем быстренько. Все. Так что вы поняли, для чего, да? Повышает иммунитет к яду, там будет вода литься. Сейчас выше идем, где сейчас будут у нас и костер, и секретка. Кстати, из нее, по-моему, выпадает или серебряное кольцо со змеем плюс 2, или золотое кольцо со змеем плюс 2 из этого босса. Если мы кинем уголь вражды в костер, то есть на НГ плюс. На бесполезный кусок фигни. Ну и, собственно говоря, что, активируем. Все, мы нашли, по-моему, все костры. И давайте пойдем тогда на босса. Надо убить босса. А, нет, я сейчас быстренько починю колечко. Давайте тогда починим колечко и сделаем апгрейд моего будущего оружия. Моих перчаток. Так, наша любимая Маджула. Мэджуэ. Чтобы я мог идти к боссу и не бояться, что убьют там и так далее. И сделаем апгрейшн. Есть такое слово апгрейшн. A, B, C, D, A, B. У них потом будет B. Такой слабый апгрейд. Да вы что, шутите, что ли? Плюс 5. Здесь еще плюс 2. Здесь 20. Здесь, видите, зависит также и от урона начального. Здесь 6, у нас 5. У моего оружия, да, Муракума, у него будет в итоге 380. Ладно, потом сделаем апгрейд. Я потом еще подумаю, какое оружие взять. Да, потом сделаем апгрейд. В любом случае, я сначала хочу зачаровать оружие, а уже потом будем изменять. Все, мы починили, сейчас мы идем убивать босса. Босса, босса, босса. Да, все костры вроде собрал. Но вот именно эта локация мельница, она не такая уж интересная. Здесь, в принципе, ничего фармить нечего. Уголь вражды нужен только для того, чтобы вот босса убить и все. Получить колечко. Кстати, эти фантомы, да, вот эти вот красные по сценарию, они будут появляться один раз всегда. Даже потом, когда вы... Кстати, здесь я спокойно не пройду. Я хочу немножко спокойно поиграть, поэтому мы сделаем так.
Их ждет медленная смерть. Неприятно. Ой, какая неприятно. Я понимаю, прекрасно. Агрим одного. Давай, братюня, иди. Опа. И еще разок. Отлично, пробили. С вертушки пробил. По щам. Окей. Камень магии. Как я помню, он зачаровывает оружие магии. Само собой, призываем фантома. Он положен нам по сценарию. Так, подошел ко мне, посмотрел на меня. Ой, неприятно. Ой, как же неприятно мне. Ты промахнулся, дружок. Скушай мой пирожок. А, вот, Шут Томас, да. Также можно будет купить его доспехи у кое-кого. У него шапка увеличивает шанс найти предмет. Таких шапок где-то, по-моему, 4 или 5 штук, которые увеличивают шанс найти предмет. Но насколько они увеличивают, никто не знает. Потому что разработчики, они вообще никакой информации не дают. Ну что ж, неприятный, неприятный герой, сразу скажу, очень неприятный. Поэтому, да там, по-моему, он даже ядом не бьет, да? Насколько я помню, она даже ядом не бьет. Но мы сделаем так, ладно. В всякий случай сделаем эту фигню. И сделаем вот эту фигню. Ну, желательно, желательно убить с одного раза. Так. Вот, видите, магия, да, она даже не отравляет. Ух ты, какая красота. Так, быстрее, братюня, быстрее. Плохой ворот. Так, подождите. Что-то я не могу собраться. Во, пробил. Давай. На. На, по щам. Как тебя? Ой-ой, больно, 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 больно. Выносливость, плохая выносливость. Ругаю, ругаю выносливость. На тебе по щам. Ох ты, ох ты. Все. А, легко. Ну я говорил почему, да, потому что оно супер оружие, конечно же, будет нам легко убивать босса. Но если я сделаю перчатки, да, нам будет гораздо тяжелее. Это будет хардкор. Мы сравним. Мы с вами сравним, безусловно. Все. Самое главное, я это сделаю, идем дальше. Здесь нам больше делать вообще нечего. Можно, конечно, пофармить колечко, то... Можно. Но мы это можем сделать в любой момент. Я не помню, что там за колечко. Скорее всего, опять же, я говорю, что я буду стараться делать разные раскачки. Возможно, будем собирать какой-нибудь другой сет. Тоже такое может быть. Посмотрим. Ну, точно не тяжелый сет. Тяжелые сеты я уже не буду играть. Мне уже так надоели. И средние. Ну, средние может быть. Посмотрим, короче. В любом случае, нам нужно сейчас сюда идти. И, возможно, даже в этой серии мы успеем найти кое-что вкусненькое. То есть, это не вкусненькое будет? Так, давайте вот это уберем колечко, вот это вот. Это вообще бесполезный перстень стражи. Видите, вообще бесполезен. Ни разу, заметьте, меня не призвали. Ни разу. Стоп, подождите, а почему он не призывает? Он вообще даже не горит. Во, загорелся, да? Ни разу не призвали. Пошли вы в попу. Синие стражи. Ага, вот это. Короче, здесь одна ерунда у нас, ничего хорошего. А мы, я говорил, мы сюда поставим другое колечко. Коменданта короля крыс, как называется, по-моему, так, да? Который увеличивает атаку ядом. И проверим, что в итоге получится. Хотя, заметьте, у многих боссов иммунитет к яду. Это маленькая проблемка. Ну-ка, сильно продамажит. Ой, больно, больно, больно. Больно, да? Ладно, сейчас мы пойдем дальше. Нам нужно сейчас в первую очередь подобрать уголь. И все, мы пойдем обратно к кузнецу. Я уже буду думать про перчатки. Кстати, это хорошее место для ПВП. Постоянно здесь ПВПшится. Ну, мне это не грозит. Мой скилл ПВП равен нулю.
Ах ты мразь, а. И смотрите, он сейчас еще убьет меня. Спокойно мог убить. Кстати, у них великолепное оружие катана. Офигенно. Катана, катана, неважно. Очень хорошее оружие, честно говорю. Я помню, тоже собирался через него. Очень хорошее. Там еще, кстати, ловкость, да? Прибавка идет, множитель. S идет. Это самый лучший множитель. S. То есть выше A. Выше A. Смотрите, да? Нету надписи, скорее всего. А, вот появились. Опять же, интернет подлагивает, видите, не прогружается. Давайте сейчас убьем этих, и справа у нас еще будет человек, тоже важный в этой игре, продавец. Он тоже нам потом даст плюшки. Видите, в принципе, я легко убиваю. Кстати, но мне нужно бить первому. О, как плохо, блин, не могу я, видите, первый ударить. Вот это пример того, да, что я говорил. У него оружие, видите, гораздо быстрее, чем у меня. Ну, скорее всего, потому что, видите, у меня большой меч. Мы можем взять сейчас, можем потом. Здесь лежит ключ. Ключ. Он также еще открывает дверь к саламандрам огненным. Давайте возьмем потом. Сейчас мы познакомимся с этим типком. Ну и все, короче. Купить предмет. Вот тот самый сет на шута, я вам говорю, на шута, да? Вот у него первый колпак, увеличивает шанс найти предмет. Это сет бандита, он выдается в самом начале, когда вы выбираете бандита класс. Ну, это неинтересное колечко. Ага. Вот ароматный вид Блого, но пока мы не будем покупать, у меня есть 3 штуки аж, офигеть. Ржавая монетка, бесполезная вещь, увеличивает удачу, но это незаметно вообще практически. Ладно, здесь, конечно, ничего интересного нет. Но все равно он нам нужен. Когда, кстати, мы купим у него предметов на 10 тысяч, он нам что-то даст. Какое-то кольцо даст, я помню. Ох ты, неприятный человек. Блин, все, попа мне. Да. Молодец. Ну, сами видите, какая там скорость, да? Мне на такой скорости, как до Луны. Эх, мне нужно всего лишь подобрать уголь и все. Ну, давайте тогда сейчас я починю колечко быстренько. Ну вот все. Давайте тогда сделаем по-другому. Я хочу попробовать просто пробежать за уголем. Чтобы не тратить время. Кстати, вот там лежит уголь вражды. Кому надо, может пригодится. Офигеть, я пробежал, молодец. Не, скорость, конечно, у них божественная. Не, забейте, это невозможно, просто невозможно. Надо всех убивать. Это вообще такая жесть. Катана, конечно, тоже хорошее оружие, очень хорошее. Ну что ж, надо так надо, будем убивать. Да, видите, да? Бесполезно вообще. Да, давайте, давайте. Какие вы крутые, бла-бла-бла. Так, сдох первый. Ничего не выпало, нет? Просто решает скорость. Скорость решает все. Так, идем дальше. Еще надо убить пару человек. Я хотел просто... по-быстренькому, но они, видите, нам не дают. А, вот, все началось. Доброе утро, здорово, братюня.
Опа. Сейчас сюда подходим, у нас агрится один, потом еще один будет. Немножко не так сделал, но ладно. Самое главное, что надо их убивать. Зашли, вышли, сейчас слева еще один придет. Ага. Справа лучник. Он лучник, но он сейчас просто лук убрал. Давай, отлично. Заминусовали бомжи. Дальше у нас стеночка идет. Здесь никого нету. Кстати, эта катапульта вообще настолько бесполезная. Абсолютно бесполезная. Даже если вы попадете, там может быть отнимется 1/4 и все. Сейчас здесь кто-то будет стоять. Вот он. Ой, плохо, плохо уходим. Блин, ну как же так-то, а? О, что я делаю? Уходи, уходи. Нормально, успел. Фух, тяжело, да, тяжеловато, конечно. Хотя до этого я проходил, там с дубиной было гораздо легче. Просто бьем дубиной сразу по минус 2. Так, забираем камень-ключ. У нас уже их миллион. Здесь у нас еще... А, здесь у нас проход, да, к торговцу. Окей. Так, и вот сейчас еще одно неприятное место. Очень неприятное. Здесь много лучников. Ага, поймал, поймал. Внизу, по-моему, еще будет, да? Так, отлично. Больно, больно. Кто сказал, что будет не больно? Будет больно. Так. О, как хорошо. Ну, вы видите, да? Как пробивает чудно, а? Красавцы. Капец, сколько хп от него. Ужас, просто ужас. Более немножечко пройди, там уже уголь лежит. Ты будешь драться? А, он не будет драться. Вот видите, да? Если бы я сейчас прыгал, я бы упал бы 100%, потому что он мне в спину попал. А, нет, пожалуйста, не больно. Тварь. Ну, давайте сейчас вернемся. Хорошо. Теперь быстренько открываем. Он медленно стреляет. Я открываю еще медленнее. И теперь одно из самых неприятных. Теперь нам нужно прыгать. И все, я уже возьму уголь. Молодец. Красавчик. Ну все, я свое дело сделал. Это так я прыгаю. Ладно, я перематываю. Все, я здесь. Теперь самое главное аккуратно подобрать. Все, я подобрал. Все, можете убивать меня, мне все равно. Все, я сделал свое дело. Больно бьют, больно бьют. Видите, они потихонечку падают, умирают. И попробуем одного убить. Если нас убьют, ничего страшного уже не будет. Кстати, он все равно упадет вниз. Или он уже упал? Нет, он еще не упал вниз. Все, он упал вниз. Здесь тоже самая фигня. Вставляете, здесь течет вода. И у вас увеличивается сопротивление огню. Потому что босс, он огненный. Там дальше босс. Пускай нас убьют, мне уже ничего не страшно. Ахай! Тысяча чертей! Опа! Опа! А так как тебе? Вот такая атака моя? А вот так вот? Эх, слабенький. Изи. О, так он еще не один.
Но у меня есть способность супер уворотов. Ты слишком слабый, мой друг. Слишком слабый. Видите, сколько нужно помощи. Помощи бездомным людям. Открывать я не буду. Мы сделаем так. За что меня жизнь проручила? За что меня? Ой-ой. Больно мне, больно. Ну-ка, откроем дверьку. Сим-сим, откройся. Большой осколок, окаменевшая косточка. Все, мы здесь свою задачу сделали, нам теперь нужно возвращаться обратно. Мы убили босса, мы свой долг выполнили. О! Какие люди-то, а? Давайте мы сейчас сюда сходим. Там, по-моему, сундук будет. Вау! Нет, а, есть плюха. Здесь не сундук, здесь плюшка. Давай в спину мне стреляй. Ну и сделаем так. Не будем стесняться. Встанем на колени и прочтем молитву. Фух, все, сделали мы свое дело. Давайте сейчас мы сделаем апгрейд нашей фляги быстренько. Нашли мы уголь, который нам нужен был. Мы его отнесем кузнецу. Так, у меня был очищенный прохмол? Был. Не было. Ладно, все, извиняюсь. Давай. Да, да. Бабочка. Бабочка прилетела и улетела. Так, мы сейчас пойдем вот сюда вот и вот сюда вот. Мастерская Макдага. Нам еще надо будет убивать следующего босса, надо придумать как. Но мы сначала, скорее всего, сменим наше оружие. Come on, baby, come on. Почему я сам должен идти убивать их? Давай. Все, идем к Макдагу. Так, я ключ выбирал, он сюда не подходит, правильно? Я проверял уже, да. Здесь будет другой ключ. Вот так вот, снаряжение. Снаряжением они называют оружие. То есть он усиливает только оружие и щиты, к сожалению. Например, как в Скайриме, там можно было зачаровывать и доспехи тоже. Например, сопротивление стихиям и так далее, увеличение здоровья. Это был огромный плюс. А здесь такого нет, к сожалению. Так, давайте посмотрим. Да, правильно, видите, можно закаливать оружие несколькими стихиями, то есть, например, огнем и молнией. А, это подождите, тогда он убирает огонь, а если вот так? А, наш нельзя получается, да, он тогда уберет огонь. Фигово. Например, я бы сделал простое. Но при этом, видите, у него тогда не будет еще одного эффекта. Простое. A, B, C, D. Сейчас у него в этих... CD. CD. CD, DE. То есть он будет еще хуже получаться, только одна фигня будет лучше, да? А если я делаю вот эту фигню?
Нет, вот грубая. Ха, грубая. Да, грубая он просто увеличивает атаку. Интересно. Интересно. А сидел у меня такое простое. Ничего не понимаю, почему, если мы делаем простое, он становится еще хуже. Было D, стало E. Было C, стало D. Бред какой-то. А, в любом случае надо вот эту фигню делать. Как раз у нас есть два камня. Здесь, видите, здесь еще убито усиливается зачарование ядом. Попробуем, наверное, СЕ. Ай. Угу. Просто попробуем, почему бы нет? Все равно я не так сильно люблю. Окей, здесь у нас что, тоже? Здесь у нас сопротивление по магии. А, нет, здесь удар щитом, ну это бред. Ну, а получается когти, да, которые будут бить ядом. Можно было сделать когти на кровотечение, например. Так, он продает нам стрелы. Во, и у него, видите, бесконечный большой осколок титанита. Это очень хорошо. Давайте купим парочку. 10 тысяч дадим. Угу. Кстати, заметьте, мы в любом месте можем изменить зачарование или вообще снять его. Поэтому, если вы зачаровали оружие и вам потом не понравилось, вы можете все изменить. Так, что это такое за бред? Вот так вот. Двадцать семь процентов вместо 50. Ну, дамаг, конечно, будет вообще слабый. 58 дамаг. Ну, хотя попробуем. Просто попробуем. Мне интересно. Видите, я еще не улучшал это оружие. Но одно точно, что дамаг будет очень сильно именно идти ядом. Ага. Опа, опа, опа. Что, пробило? Ну, по-моему, это ни о чем не говорит. Так, где здесь еще одна была собачка? Вот она. Давай, сначала ты иди сюда. Ой, больно, больно, больно. Так, что могут меня еще убить? Да сдохни уже. Видите, нам нужно ударить много раз подряд, чтобы заработало. Ладно, сейчас мы проверим теперь на этом. Опа, опа. Во-первых, видите, он не отталкивается, это уже плохо. Чтобы мы его заработало. Да, больно, больно. Опа, опа. Ну, допустим, он даже сдох, ладно. Хотя я не знаю, уж есть какой-то смысл или нет. Давайте сделаем следующее. Кольцо у меня есть, сейчас я пойду на самоубийство. Да. Тяжело, конечно, будет дойти. Да. Мне интересно, будет ли работать на боссе вся эта фигня? На рунных стражах. Тем более, у нас кольцо есть, убьют не страшно. Страшно будет, если не убьют. Ну что ж, сейчас мы увидим нового босса, кто не видел. Не, ну реально, вы видите, дамаг вообще смешно. Это просто бред. Я замучен, наверное, убивать.
Надо думать, надо просто думать, как лучше сделать. Возможно, вообще не зачаровывать. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Получается, у меня еще и блока нет. У меня есть сильный удар, который пробивает броню. Ну, пойдем. Да, смотрите, он даже босса не пробивает. То есть не отталкивает босса. Молодец. Мне важно, что увидеть. Сейчас он запрыгнет сюда сам. Давай, запрыгивай. Я надеюсь, что он прыгнет не прямо на меня. Молодец, прямо на меня. Ой, 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 ой. Ой, я жив, смотрите. Так, короче, мне кажется, что это ерунда. Я хочу проверить, будет его пробивать яд или нет. Для этого мне надо его много раз ударить. Давай еще разок. Ну блин, еще раз надо ударить. Так, стой, стой. Окей, ладно, хотя бы ворота работают более-менее. Ой, ничего нету, да? Больно. Короче, я не знаю, ну... эти перчатки, конечно, вообще... просто реально садомаза. Можно фигню не страдать реально, просто мой меч дальше апгрейдить и все. Само собой, если их улучшить, эти перчатки, их, по-моему, атака будет 150. Еще плюс прокачать много-много силы. То что-нибудь может выйти. Но вопрос, стоит ли того? И можно было... А, я же еще хотел найти перчатку, которая... Это есть шанс крита, да? Вот их собак я не убью никогда, кстати, смотрите. Угу, правильно. Пробивай, давай, отрава, пробивай. Сейчас допинаем руками. Хорошо, когда вы деретесь именно с игроком другим, потому что его удары отталкивают. А у всяких боссов, собак, видите, я собакам вообще клаюсь. Они просто клали на ваши удары, честно. Видите, они просто меня за это заели просто, если закусали. Ну вот, поперло, поперло. Все, убил. Ну-ка, можно будет сделать вот так, попробовать. Как бонус к этому видео. Надо на ком-нибудь испробовать, правильно? Ну все, и закончим как раз, у нас уже время много. Хотя, атака, конечно, вообще ни о чем. Кстати, когда мы используем красное око, она очень быстро находит, очень быстро. Видите, это не как синее. Сейчас по-любому нас убьют, ну ладно, ничего страшного не будет. Но я еще подумаю, какое оружие. Скорее всего, я ставлю, который у меня меч. Дай пройти. Так, где он? Интересно, почему я здесь появился? Да он, наверное, пересрался и убежал куда-нибудь. Эх, да, очень странно, почему же так далеко оказался? Вот он. А, крутой, види, крутой.
Давай, 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 драться. Куда ж ты, мой друг? Ой, больно, 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 больно. Вы видите, да? Он каким-то образом магическим попал по мне, хотя не представляю как. Да-да-да, все. Ну это вообще изи. Ну о чем говорить? Забейте. Я представляю, как ему смешно. Да. Пускай он самолюбие тешит, при том, что мы не выиграли ни одного ПВП, или только одно выиграли. Пускай. Полный бред. Ну я говорю, это невозможно. Конечно, таким пингом это бред. Просто бред. Полный бред. Вы видели, да? Он бьет мечом, промахивается, при этом мне дамаг идет. Вот так вот. В любом случае, конечно же, лучше всего все-таки играть с моим мечом. Голову не надо ломать и все. Надо выносливость прокачать. Со собак убьем. Попробуем убить. Да, если собак не убью, смотрите. Ну это бред, конечно, вообще. Пепси, вау! Видите, минус яда, да, что надо очень много раз ударить. Хотя можно попробовать прокачать на это, на кровотечение, как вариант. Я попробую. Но это уже будет уже отдельно. Я просто буду думать, какое оружие подобрать. Потом вам покажу, что придумал. Я просто попробую разные варианты. И PvP я тоже попробую разное оружие. Хотя я говорю, за пинга смысла нет, но все равно попробую. Кстати, там тоже плюшка есть, я забыл ее взять. Вот она. Надо обойти с другой стороны. Ну все, давайте тогда сейчас мы попрощаемся до следующего выпуска. А я попробую разные закалки этого оружия и подумаю, буду ли я с этим оружием или буду с другим оружием. И надо попробовать взять рукавицы, которые дают шанс крита. Это будет, кстати, в следующей серии. Мы пойдем с рукавицами обязательно. Ну все. Всем пока. До следующей серии.